Коллекционеры охотятся за новинками. Впрочем, Банк России периодически балует их, выпуская памятные банкноты и купюры. У многих давно в коллекции 100-рублевки, которые появились в канун Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившего в России. Из последних монетных новинок этого года – серебряная 3-рублевая, выпущенная в мае Орден Победы, 25-рублевая с изображением памятника архитектуры в Татарстане и апрельская – к столетию Чуйского тракта. Монета изготовлена из серебряного сплава 925-й пробы и отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. На реверсе монеты изображен памятник нулевой километр Чуйскому тракту на фоне фрагмента карты и панорамного пейзажа дороги. По сторонам расположены деревья. Чуйский тракт проходит по территории Новосибирской области, Республики Алтай и нашему региону. Сейчас это популярнейший туристический маршрут. Кстати, по версии National Geographic, федеральная трасса – одна из красивейших на планете. Ей посвящен целый музей в Бийске. Что касается монеты, то ее тираж 3000, и в коммерческих банках города она появилась. Монету с изображением Чуйского тракта уже желают приобрести коллекционеры. Но номинал ее 3 рубля, соответственно, за данную стоимость ее приобрести невозможно. В продаже за 5300. Конечно, любую монету, выпущенную после 1997 года, можно использовать как средство для расчета по ее номинальной стоимости, говорят специалисты, и эту тоже. Правда, они же отмечают, это было бы по меньшей мере странно, к тому же себе в убыток. Так что лучше просто хранить Чуйский тракт в серебре, ведь спустя годы его цена может еще значительно вырасти. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.